Самая лучшая косметика природная. Она полезна как для кожи, так и для организма в целом. Ее всегда изготавливали своими руками. Именно этим мы и будем заниматься, постигая секреты красоты и здоровья. Добро пожаловать на программу «Природная косметика». Сегодня я расскажу вам о секрете молодости Клавдии Ивановны Шульженко. Оказывается, она применяла особую маску для кожи лица, делала ее регулярно, и она и от природы, конечно, великолепно выглядела, но эта маска делала ее еще красивее, потому что красивый и ухоженный человек тем и отличается от некрасивого и ухоженного, что он за собой следит и использует рецепты, которые передались от бабушек, которые передались с глубокой древности, и тем не менее они проверены временем и работой. Так вот, Клавдия Ивановна Шульженко использовала следующие компоненты для приготовления своей чудо-маски. Она брала сливки, вот как раз у нас есть сливки, желток яйца, коньяк и мед. Теперь главное, следите за пропорцией. Какие пропорции? Потому что если пропорцию вы подберете неправильно, ну, маска будет работать не так, как вам хотелось. Итак, смотрите, мы с вами берем сливки, всего лишь навсего одну столовую ложечку сливок. Вот. Кстати, жирность может быть от 10 до 20%. Зимой, когда кожа сохнет, и летом, если ветер сухой, солнце слишком палит, берите тогда сливки 20% жирности. Взяли. Теперь мы с вами берем коньяк. Коньяка мы с вами берем. Берите хороший коньяк. Если вы хотите, чтобы он действовал великолепно на вас, не скупитесь. Так как у меня ложечка поменьше, я беру две такие ложечки. Вот. Зачем нам нужен коньяк? Коньяк нам нужен для того, чтобы поры лица открылись. Далее. Коньяк обладает такими еще слегка дубящими свойствами, которые как бы немножечко будут нашу кожу подтягивать. Далее мы с вами используем желток яйца. Не белок, а желток. Внимание! Берем яйцо. Осторожненько. Опа, ударили. И начинаем оставлять только лишь желточек. Белочек сливаем. Вот так осторожненько его сливаем. Вот у нас получился, видите, желток. Желточек. Желточек этот мы аккуратненько сюда добавляем. Что нам дает желток? Сразу же скажу. Желток дает, ну, буквально таки, все обилие витаминов, минералов в самом лучшем, наиболее усваиваемом виде для нашей кожи. Здесь все есть. И витамин А, и витамин Е, которые нужны. И там и ряд других веществ. И теперь мы еще сюда добавляем мед. Мед также берите. Если вы себя любите, мед берите более качественный. И важно, чтобы он был жидкий. Почему жидкий? Да потому что его легче смешать с компонентами нашей маски. Так. О, великолепный мед, действительно. Отличный. Вот теперь мы все это тщательно перемешиваем с вами. Соединяем. У нас с вами получается невероятно сильная биологически активная субстанция. Вот видите, все у нас смешалось. Пахнет коньячком. Так и хочется ее съесть, но нет. Стоп. Кстати, ложечки используйте серебряные. Серебряные ложечки дополнительно делают вашу маску более целебной, более лучшей. Не забывайте об этом. Так, теперь мы с вами берем и эту масочку аккуратненько
начинаем наносить на кожу лица. Вот так вот. Не спешите. Опять-таки, включите музыку успокаивающую. Вот. И наносим, наносим, наносим. Левой ручкой, правой ручкой. Слой не такой уж должен быть толстый, но тем не менее все, вся поверхность кожи должна быть смазана. Не забывайте про носик свой. Так. Чувствуется запах коньячка. Хорошо. Дальше можете не мазать, у меня там лысина. Вы смазываете только личико. Вот. И как только вы все это смазали, держите 10-15 минут. Все. Все высохло. Желток яйца, когда он высыхает, он начинает подтягивать кожу и вызывает ее, что? Лифтинг-эффект. Она подтянулась, морщинки расправились, поэтому у Клавдии Ивановны долго-долго сохранялась кожа молодой, лицо выглядело таким свежим, красивым, приятным и ухоженным. 10-15 минут мы с вами подождали. И после этого мы с вами будем смывать. Опять-таки, смотрите, в чем еще заключается особенность. Мы смываем водой без мыла. Но я эту процедуру делаю еще более целебной. Я специально, слышите, лед здесь, заморозил воду. И буду смывать талой водой. Талая вода еще больше придаст свежести моему лицу, поднимет тургор кожи и сделает эту процедуру еще более эффективной. Итак, я беру потихонечку, наливаю. Ох, какая холодненькая. И смываю. Сразу же смывается усталость различная. Кстати, все маски способствуют тому, что если есть у вас какой-то негатив на коже, на лице, а все мы с вами общаемся с людьми, и так или иначе, какой-то негатив, раздражение оседает у нас, что вызывает преждевременное старение нашей кожи. Поэтому маска впитывает все это. Вот как раз вот этот биологически активный слой, который мы наложили, он его взял, негатив, и связал. А теперь талой водой мы всю эту черноту со своего лица смываем. Можем еще мысленно говорить, мое личико становится красивым. Кожа шелковистая. И мы действительно получаем желаемый эффект. Наша кожа приобретает совершенно иные здоровые юные характеристики. Эту маску можно использовать, ну, как минимум раз в неделю. Если вы хотите большего эффекта, используйте ее два раза в неделю. Но делайте это все регулярно. И в чем секрет Клавдии Ивановны Шульженко? В том, что она эту маску делала регулярно. Будете ее делать регулярно, кожа будет у вас великолепная. И я в этом убеждаюсь на своем собственном опыте. Сделал прекрасно себя чувствую. Помните, то, что полезно для вас, полезно для вашей кожи. Отдавайте предпочтение природной косметике, приготовленной своими руками, с любовью к самому себе. А мы вам в этом будем помогать. Вы смотрели программу «Природная косметика». До новых встреч!